знаешь, в принципе, да, я придумаю, в принципе, достаточно. Вот, вот эти две фигуры, я вот это, что говорил, камень, как у Маринки. Все видно с дороги. Как, чего, куда и так далее. Это все наша специфика национальная. Во-вторых, она должна быть какой-то. Какой-то человек должен принимать решение. Вот здесь это все было, вот это все было. Вот я это помню, выворачивали первые булыжники из мостовой. То есть мы не объединяемся, мы беремся так или иначе. Не-не, я просто хочу, чтобы ты понял. Да, куда у нас бывают американские компании. Эти американские компании покупают, вот тут начинается вопрос. В американских компаниях сидят люди, живут люди, работают люди, которые тоже хотят поменьше себе забот. Они говорят, что вам надо купить? Да вот что-то купить надо. И вот они покупают то, что надо, когда они чувствуют, что пилят сейчас бюджет Украины. Ключевой момент. Вспомнить, которая из них. Но тем не менее, было такое. Такое время. Просто было, были окна вот на самом на площадь. При всех делах. Так, это очень давно. Улица Михайловская. Да, это Михайловская. Или не Михайловская? Это Михайловская. А, вот сейчас влево будет Михайловский переулок. Угу. Там на углу что-то пельменное, такие вот все дела. Это все такие места, много раз хожденные. А вот внизу, перед выходом, первая, по-моему, пиццерия вообще в Киеве была. Тоже помню так. Это было невозможно. Было такое, знаешь, удивление. Вот новый вид пищи, который раньше никогда не пробовал. Зашел, попробовал. Не скажу, что было очень восторгово. Неплохо, ничего такое впечатление. Но ну, было странно, что столько шума вокруг. Ну да, итальянская. А Макдональдс, когда был в 96-м году впервые. Да, даже если потом. Такие очереди много были. Позже. В 96-м году. Или как потеплело. И уже жарко. Да, потеплело капитально. Да, тут снегопад и засыпано все. Сегодняшний день это просто удивительно.